Анонс, 17-я серия сериала «Зимородок». Сейран поддерживает Ферита, чтобы он не делал необдуманных поступков, и успокаивает, что они все уладят. Они возвращаются в особняк, делая вид, что ничего не произошло. Измена отца очень сильно повлияла на эмоциональное состояние Ферита, и его мысли заняты только этим. Ферит втайне хочет узнать у Султан, какие тайны скрывает Ифакат. Отношения Ферита и Архана стают все более напряженными. Еще и появление Дафне выводит Ферита из себя, а Сейран пытается утихомирить его гнев. Еще как гром на голову обрушивается предложение о работе Сейран. Эфе Хан, который ищет новое лицо для представления своей коллекции, увидев недавние фотографии Сейран, заинтересуется девушкой. Дафне, что стала посредником для этого дела, действует на нервы сначала Фериту, а после и Архану с Ифакат. Ифакат в то же время испытывает стресс, ведь думает, что Ферит мог увидеть ее и Архана после того, что ей расскажет Султан. Ферит категорически против, чтобы Сейран принимала предложение Эфе. Ведь он попросту уверен, что Эфе и Дафне хотят опорочить фамилию Кархан. И разве Сейран могла заинтересовать кого-то, если бы не носила его фамилию? Эти слова очень больно ранят Сейран. У Сейран запутались мысли, и она решает пойти и поговорить с Казымом и попросит его поддержки в этом деле. И Сейран намерена принять предложение о работе, чтобы доказать своему мужу свою ценность. Ферит, огорченный после разговора с Сейран, поедет опять к Пелин, которая не хочет больше с ним видеться, и он намерен сделать все, чтобы Сертер исчез из жизни Пелин. Но этот опрометчивый поступок будет иметь неожиданные для него последствия. Что именно произойдет с Феритом, и сможет ли Сейран довести Фериту, что с ней тоже нужно считаться? Увидим в 17-й серии сериала «Зимородок», которая выйдет 13 января в 20 часов ровно на телеканале Star TV. На этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч!